Студия 188 представляет. 1920 год. Штат Мичиган. Вот ты высадил меня, Джейк Салливан. Ты последний демон. Уничтожив тебя, я и вся моя семья сможет уйти на покой. Ты ведь знаешь, что это невозможно. Глупец, мы же с тобой понимаем, что демона ада может убить только чистой душой человек. Моя душа уже давно не чиста, но я могу заточить тебя в эту шкатулку. Охотник на демонов. Наши дни. Штат Мичиган. Общеобразовательная школа имени Дэймона Сьюти. Всем привет! Меня зовут Кевин Салливан. Я обычный американский школьник. А еще я по уши влюблен в Джессику. Она капитан школьной группы поддержки. Давай, давай, давай! А это Дрейк, бойфренд Джессики. Дрейк, ты лучший! Дрейк, ты лучший! Я люблю тебя, Дрейк! Как бы я хотел, чтобы Джессика узнала о моем существовании. Тачдаун! Джессика. Эй, чувак, ты в порядке? Этому придурку повезло, что мы играли не против питтсбургских пум. Дрейк, против пум ты играешь жестко. Ты бы его реально разбазил. Да, стоп. Кёртис, все в силе. Жду не дождусь уикенда. Есть одна проблема. Мои предки не уезжают смотреть каньон. И тусовки походу не будет.
Отстой! Где мы будем тусоваться? Я хочу пить пиво и быть счастливым! Ты просто отстойник! Наверное, это большая ошибка, но это единственный шанс пообщаться с Джессикой. Эй, ребята! Дом моего деда свободен! Что? Я говорю, дом моего деда пустует, и можно потусоваться там. Ура! Тусовка не отменяется! Я буду пить пиво! Да, чуваки, там круто! Мы едем тусить! Устроим жару! Отлично! Ребят, я все понимаю. Давайте будем в доме аккуратнее. Мне вообще родители особо не разрешают там тусоваться. И вообще, там уже давно никто не живет. Заброшенный дом? Что за дерьмо, чувак? Ты прикалываешься? Чего? Я серьезно. Типа дом с привидениями? У нас типа есть семейная легенда. Вся наша семья — это охотники за демонами. И мой дед заточил в шкатулку последнего демона. Полная херня. Последний демон еще жив, и это мой отчим. Реально, он полный козел. И действительно, это очень странный дом. Самое главное, что нельзя, это заходить в эту комнату. Почему? Не знаю. Это комната моего деда. Я хочу увидеть эту комнату. Кевин, эти чуваки выглядят как ты. Это его предки, придурок. Вот дерьмо. А это что такое? Мне кажется, это лучше не открывать. Реально? Отстой! Может, начнем тусоваться? Я и говорю, Джесси, ты больше мне не подруга. Она вообще не понимает. Дрейк, нет, Дрейк, ты дурак. Дрейк, ты дурак. Дрейк, нет. Пойду отолью. Ха-ха-ха!
вот дерьмо! Джессика, детка, я хочу тебя. Дрейк, я не уверена. Я все понимаю, детка. Дрейк, я сказала нет. Джессика, объясни, почему. О, мой бог. О, нет, нет. Вот черт! Что происходит? Успокойся, мальчик! Что за хрень? Кевин, вы выпустили демонов, за которыми я долгое время охотился! Так это все правда? И что теперь делать? В тебе течет кровь охотников на демонов! И ты можешь противостоять! Какой нахрен охотник на демонов? Посмотри на меня! Я просто девственник из школы! Ладно, я смогу помочь тебе. Подойди ближе. О, мой бог! Кёртис! Кёртис! Что с тобой случилось? Не знаю, меня покусал демон! Пожалуйста, посмотри, что с моей рукой! Вот чёрт! Что? Не смотри на руку! Не смотри на свою руку! Черт! Демоны идут! Не трогайте меня! Эй! Вам же девушка сказала, отвалите!
Но... Дед, это Дрейк! Кто? Дрейк! Дрейк, это мой парень! Выглядит как бывший парень! Какая же головная боль для охотников на демонов, когда ты бессмертен? Мне не надо тебя убивать. Ну, не знаю, коробочка-то у меня. С тобой понимаем, что демона ада может убить только чистой душой человек. Посмотри на меня! Я просто девственник из школы! Есть только один выход. Ну и что ты мне сделаешь? Кевин! Кевин, ты сможешь его убить! Нет, я не смогу! Я обычный задрот! Ты охотник на демонов! Это бесполезно! Я бессмертен! Стоп! Я чувствую боль! Ты не охотник на демонов! Я охотник на демонов! Ура! Все демоны погибли! Нет, один остался. Кто? Твой отчим. Кевин! Это очень смешная шутка. Ладно, пойдем.